Сегодня по православному календарю великий праздник Крещения Господня. Существуют разные традиции и обряды в этот день. Многие, например, окунаются в прорубь. В Локомотиве немало православных, а вот проруби на сборах в жарких странах не найти. Проблемы решают по-разному. Кто-то принимает холодную ванну, а кто-то выбирает море. В частности, наши сербы – Петр Шкулетич и Неманий Печинович. Сегодня Крещение Господне. Но эта традиция это делала второй раз сейчас, и первый раз делала последние годы, когда был на сборе в Турции. В Турции последний год море было холодно, но сейчас вода топлит. Лучше будет холодно, что так. Традиция делать, когда холодно. В Сербии делаем так, плавим за Христом.